Португалии. Так что все условия для того, чтобы команды показали хороший футбол. Хорошая передача, скоростной плоть, идет удар по воротам, и счет становится 1-0 в пользу португальского клуба. Вы знаете, вот этот мяч чем-то напоминает гол, который провел Карпин в ворота Барселоны. Друлович, 11 номер португальского клуба, отличился в этом игровом эпизоде. Очень быстро сместился в центр, получил передачу от партнера и точно пробил поворотом. Вот таким неуловимым, просто одним касанием внутренней стороной стопы перевел мяч в угол ворот. Вот так вроде бы незаметное было касание мяча, и тем не менее все просто идеально сделал сейчас нападающий. И обратили внимание, вот на этом повторе было видно, что попытались, мне кажется, бельгийцы сделать искусственный офсайд, но явно задержался левый защитник. Вот он и пытался, мне кажется, как-то. У него небольшая травма, поэтому участие его в матче было проигрокошено, он находился в запасе. Вот передача, удар поворотом, и все-таки Секретарио проводит второй мяч в ворота Андерлехта. 2-0. Порто выигрывает на своем поле у бельгийцев. Прекрасная была комбинация. Вот что значит фланговый проход, затем прострел вдоль ворот. И когда ими партнеры поддерживают атаку, то легко, в общем-то, мяч находит ногу партнера уже почти в вратарской площадке. Здесь было только два бельгийца, и Де Вильде совершенно был бессилен в этой ситуации. Хотя вроде все правильно делал бельгийский вратарь. Буквально расстреляли его с нескольких метров. Какая острая передача на выход нападающему.